В Южную Якутию приехал знаменитый режиссер-кукольник Евгений Ибрагимов. Совместно с работниками Республиканского театра актера и куклы режиссер представит фантазийный кукольный спектакль для взрослых «Тюнлер». Подробности у Игоря Акимова. Его постановки удивляли зрителя на больших именитых российских сценах. В новой совместной постановке с нерюнгринскими актерами творец сделал акцент на творческие возможности и богатую фантазию актеров, заставил их раскрыть творческий потенциал максимально. Нашим языком хотим поговорить со зрителем, с тинейджером. Ну, деток мы не очень на этот спектакль приглашаем, хотя и детки тоже могут смотреть. Но, в принципе, этот спектакль универсальный для семейного просмотра и тинейджерам в основном адресован. Впервые нерюнгринские актеры смогли попробовать себя в новых для них ролях – художников и бутафоров, учась создавать разные образы, ритмично двигаясь, изучив синтез хореографию. Это не то слово «удивительно». Я только, когда вот такой тяжелый темп, ритм, надо все успеть, все запомнить, стараешься не отставать от молодежи. В большей степени спектакль напоминает спонтанные невербальные реакции или пластически выраженные ассоциации у занятых в нем актерах, навеянные музыкой и интуитивно воспринимаемые зрителями на уровне подсознания. Мне интересно работать с актерами, которые действительно творческие, у них есть голод и любознательность. И есть хороший творческий кураж. Премьера спектакля на сцене Нерюнгринского театра состоится 28 февраля. Далее режиссер Евгений Ибрагимов планирует удивить спектаклем полного иллюзии и метафор западного зрителя. Игорь Акимов, Надежда Акимова, Кирилл Федоров, НВК Саха, Нерюнгрин.